Привет, друзья! Дилан Чичек Денис изменила образ для сериала «Незаконченная любовь» и нового фильма «Один билет на завтра». Дилан Чичек Денис и Бурак Денис сыграют главные роли в новом сериале «Незаконченная любовь», который будет транслироваться на канале Blue TV. Первые совместные снимки известных актеров были представлены прессе. Пара довольно гармонична, и это уже успели оценить фанаты. Дилан Чичек вернется на съемочную площадку спустя год с новым проектом. Актрису последний раз вы могли видеть в сериале «Чукур». Если учитывать комментарии к сериалу в социальных сетях и высокий уровень вовлеченности аудитории, сериал «Незаконченная любовь» ожидают с большим любопытством. Дилан усилила волнение фанатов и привлекла еще большее внимание своей фотографии в социальных сетях с пометкой «Новый проект, новые волнения, новые волосы». Также поклонники знаменитой актрисы отметили, что находят Дилан слишком худой и ей необходимо набрать вес. Отмечу, что фанаты актрисы давно обеспокоены худобой Дилан, и одно время в прессе очень часто этот вопрос обсуждался. В одном из интервью Дилан сообщила, что у нее аллергия на большинство продуктов питания и быстрое похудение связано только с этим. Что актриса питается правильной и здоровой едой, занимается спортом, чтобы набрать вес, то есть набрать мышечную массу. В новом сериале Дилан Денис Чичек сыграет журналистку по имени Элиф. Что касается сюжета сериала, отмечу, что история потрясла многих. Журналист Азан собирается жениться на Элиф, которая, как и он, является журналистом. Бесстрашный журналист Азан преследуют таинственные и загадочные новости. Картина «Счастливые пары», которая очень любит друг друга, закончится ужасным событием. Озан погибает, попав в дорожно-транспортное происшествие. Однако Озан снова найдет свою потерянную жизнь в новом теле. Возвращаясь к жизни в новом теле, у Озана есть две непростые задачи – выяснить, кто его убил, и рассказать Элиф всю правду. Отмечу также, что знаменитая актриса Дилан Чичек Денис закончила работу над новым кинопроектом под названием «Один билет на завтра», в котором Дилан снялась вместе с актером Метином Актюльгер, выйдет на цифровой платформе Netflix 19 июня. Фанаты очень взволнованы и с любопытством ожидают фильма. Метин Актюльгер является успешным актером, дебютной ролью которого стал сериал «Прилив». Следующим успешным телевизионным проектом стал сериал «Великолепный век. Империя Кюсем». Сериал не завоевал такую же популярность, как «Великолепный век», но игра актеров бесподобна. Наверное, никто лучше не смог бы сыграть роль Султана Мурада. Для тех, кто еще не смотрел сериал, советую. Что касается сюжета фильма «Один билет на завтра», это романтическая история двух незнакомцев, которые наткнулись друг на друга во время поездки на поезде из Анкары в Измир. Первое их знакомство начинается с выяснения отношений, однако все заканчивается тем, что герои пытаются разобраться в своих разногласиях. Когда они узнают друг друга поближе, между ними возникает любовное влечение. Также следует отметить, что это первый фильм производства Турции, который выйдет на цифровой платформе Netflix. У меня на сегодня все, друзья. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. До новых встреч, друзья!